Серафимовича 19/1. Девятиэтажный панельный дом 1968 года постройки. Вход в парадное выглядит неплохо. Домофон отсутствует. Довольно просторный зеленый двор. Есть детская площадка. Есть места для парковки. Рядом школа, детский сад, магазины, кинотеатр. Ближайшие станции метро Левобережная и Дружба народов. Недалеко на Русановском канале и озере Тельбин есть зоны отдыха. Состояние дома удовлетворительное.